Из обращения президента Чеченской республики Ичкерия Абдул-Халима Садулаева к чеченскому народу от 14 марта 2005 года. Президент Аслан Масхадов достойно прожил свою жизнь, до конца и честно выполнив свой долг перед Аллахом и чеченским народом. Прежде чем предстать перед всемогущим Творцом, наш брат Аслан показал врагу, как ничтожны его тщетные усилия, направленные победить того, кто с именем Всевышнего на устах вышел на путь священного джихада, защищая истинную веру, святую родину и честь нации. Своими праведными делами на этой грешной земле, а также своей героической смертью на пути Аллаха, Аслан Масхадов показал, как бессильно любое оружие против героического духа народа, стремящегося к свободе, к тому же вооруженного богоугодной идеей. Милостью Аллаха нам повезло, что в самое трудное и ответственное время в жизни чеченского народа страну возглавил именно Аслан Масхадов, шахидство которого будет воодушевлять на подвиги наших маджахидов, борющихся за освобождение Отечества.